моя любимая страна. Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром. Сегодня хорошее утро у вас, у ваших близких и, конечно же, у ваших питомцев. Наша сегодняшняя история – это загадка. Загадка для вас, поэтому присаживайтесь поудобнее и смотрите с удовольствием. Доброе утро всем! Наша сегодняшняя история о таком вот красивом питомце немецкой овчарки Мише. Миша к нам приехал с офтальмологической проблемой, то есть у него есть язва роговицы. Если присмотреться, мы видим красный глаз. Этот красный глаз, это трение ресниц привело к тому, что мы получили такое вот второе, вторичное заболевание. То есть причина болезни – это заворот века. Века завернулась внутрь, и волосы царапали глаз. Поэтому возникло вот такое красное воспаление, язва роговицы, которую мы сейчас лечим. Сегодня мы сделаем операцию, уберем, скажем так, тот дефект, который царапает глаз, и все будет хорошо у Миши, и в этой истории сегодня будет хэппи-энд. Покажу вам дефект. В центре глаза есть вот такое красное пятно. Это гефема, кровоизлияние в глаз и параллельно еще эпителизация глаза. То есть этой травме уже больше, наверное, недели. И вот наша задача вывернуть этот угол глаза, чтобы веки смыкались вот так красиво и ровно. Операция закончилась, косметические швы положены. Теперь века внутрь глаза не заворачивается и не трет роговицу. Лечение роговицы уже дело времени. За 1-2 недели мы справимся, и здесь будет маленькая точечка, которая не будет мешать в дальнейшем Мише видеть этот мир. За нашим пациентом приехала хозяйка и едет домой. Домой. Вот такой парень. Огонь! Спасибо большое вам за просмотр наших историй. Будьте здоровы, вы, ваши близкие и, конечно же, ваши питомцы. Всех благ и хорошего дня!